1 приглашаются Сергей Сергеевич. Пошла запись, да? За 2 минуты. Да, лично. Победа нужна. Охочу. Будьте внимательны, кого награждают. Пожалуйста, сделайте 3 шага назад туда. Где у нас охрана? Руководитель охраны. Вы берите всех оттуда. За победу называется Василий Волконенко. Приготовиться. Перепелки Катаров. Романенко, подойди к первому ряду. Пьедестал почета приглашается победитель индивидуальной разделе ФУ «Контакт». 63,5 килограмма весовая категория. Степан Романов, 3 место. Владимир Лопатин, 3 место. Роман Ширгер, 1 место. Роман Ширгер. Перепелки Тафанов. Закуржан, помогите. Закуржан. Внимание на пьедестале почета. Призеры весовой категории до 64 килограмма. Внимание, мы продолжаем награждение спортсменов, победителей и призеров в ВКонтакте. Бронзовая медаль, 67 килограммов. Дмитрий Завилюха. Заверюха Дмитрий, 3 место. Шестьдесят семь килограмм. 2 третьих, 2 первых. Приготовиться победителю и призерам весом 71 килограмма. Напоминаю, раздел «Фулл контакт». Я попрошу представителя охраны подойти сюда. Представитель охраны службы. Молодой человек в очках. Позвольте мне охрану. Спасибо. Наконец называется Перепелкин Евгений Катаров. Приготовиться. Порядный Вадим Петряхин. Внимание. Награждаем победителей и призеров 271 килограмм. Победитель Павел Саврадьдон. Павел Саврадон, 1 место. Аргоменко, 2. Павел, это еще 3 боя. Мардан Валиев, 3 место. Мардан Валиев. И Руслан Коваленко, 3 место. Руслан Коваленко. Не думай, что я его так смотрю. Сколько?
Первое место. После окончания Александр Яковлев. Второе место. Сергей Чичикалов, город Шумна. Андрей Рудилчик. Андрей, отвечу вам за мной. Место Константин Ващук. На пьедестале почета победители и призеры весит до 75 килограммов. Раздел «Фулл контакт». Приготовиться к порождению представителям тайского бокса. Награждение проводят арбитры международной категории, зрители Украины, Анатолий Морозовский, Олег Круговой. Юрий Зубов, заслуженный тренер Украины, арбитр международной категории. Участники круговорота. Приглашаются победители призеры в новом месте. Дмитрий Барановский. Хмельницкий. Богдан. Отвисающий приемом. Котловянов. Богдан Котловянов. Второе место. Наполеон называется. Ярослав Потапенко, третье место. Ярослав Потапенко, третье место, 80. Все на пьедестал почета. Смена на месте. Парад один, Тариков, Петра и Евгений Кишинев. Я секунду, секунду. Приготовиться 57 килограмм. Вон Александр. Русские, за ними Руслан Бетл-Тигар, Дмитрий Дмитрий. Олег Луговой и Анатолий Морозовский. Судьи международные. Вес до 86 килограммов. Фулл контакт. Станислав Кукин. Станислав Кукин. Евген Суслов, Евгений Суслов. Третье место.